Энди Картрайт расчленён с женой, собирался уйти к любовнице. Следователи намерены допросить любовницу Энди Картрайта. В расследовании странной смерти рэпера Энди Картрайта неожиданный поворот. Как установило следствие, незадолго до смерти музыкант собирался развестись с женой Мариной Кахал. Оказалось, что у мужчины была любовница. Как пишут журналисты, следователи нашли в телефонах Картрайта и его жены подозрительные переписки. Из них следует, что Энди несколько раз ночевал у своей новой возлюбленной и даже намеревался поселиться вместе с ней. В сообщениях упоминается адрес, по которому предположительно проживает его любовница. Сейчас девушку разыскивают. В ближайшее время она прибудет в следственный отдел, чтобы дать показания. Напомним, точная причина смерти Энди Картрайта пока не установлена. Его законная жена Марина Кахал заявила, что муж умер из-за передозировки наркотиков. Однако экспертиза не показала наличие запрещенных веществ в крови покойного. Вдова также утверждает, что расчленила тело покойного мужа из любви к нему. Ей якобы не хотелось, чтобы личность Картрайта оказалась связана с такой бесславной смертью, и она решила сделать так, чтобы он просто пропал. Своему адвокату Ирине Скурту Марина заявила, что очень любила своего мужа, и у них якобы не было никаких ссор и конфликтов. По ее словам, она даже на ребенка решилась только ради него, хотя раньше была противницей материнства. Чтобы быть в курсе новостей, подпишись на канал, нажми на колокольчик, услышимся.